Московская область пятый год подряд входит в тройку лидеров среди регионов страны по индексу качества городской среды, согласно данным Минстроя России. Город Пушкино, среди прочих, показал наибольший рост по уровню качества городской среды. Более 8 километров неизолированных проводов на воздушных линиях в Пушкинском заменят на самонесущие изолированные провода. Также в округе заменят 64 опоры линий электропередач, проведут реконструкцию 3 трансформаторных подстанций. В 2023 году в городском округе Пушкинский отремонтируют 22,5 километра дорог, в том числе 21 участок на муниципальной дорожной сети и 8 участков региональных дорог.